Я вас приветствую, Санкт-Петербург. На связи так получилось, что как в старые добрые времена получилось быть на стадионе за 2 часа до матча. Это просто феноменально. Я забыл это чувство, которое было в детстве, когда я учился в школе, в СМШ ходил на матчи «Спартака», когда мы собирались на пятачке с болельщиками, обсуждали перипетии матчей. Сегодня пока вот вообще нету совершенно народу, но внутренний накал просто невероятный, потому что мы находимся в преддверии матча России-Египет, чемпионат мира по футболу в России. Что же это будет? Мы все в предвкушении, потому что сегодня может решиться главное. При победе мы можем выйти в 1/8 чемпионата мира, что не было 32 года. 86-й год сборная Лобановского. Все мы это прекрасно помним. Судья Фредриксон, который убил нас в 1/8. Надеюсь, этого не будет. В смысле убийства. А будет проход в 1/8. Ура, России, вперед! Выдалась такая возможность выйти непосредственно к полю. В кучу событий, на сцену практически. Уже осталось 1:20. Сейчас буду выходить в прямой эфир. Это невероятно! Накал еще больше! Мы ждем наших, которые сегодня должны выиграть у Египта! Ура! Впервые за 32 года я говорил вам это!